привет! Начинаем видео с купания Юрчика и зависти Артурчика. Юра, сними, я тут еле стою на этом. А ну, Юрчик, давай прыгай. Ты тоже хочешь туда? Артур, тебя как снимает, ты и забыл. А он бы и бежал, глянь. Сильно не прыскай, Юрчик. Не холодно? Хорошая вода? Он так реагирует, так... А ну, прыгай. А там сидит, идет он, Григорий Николаевич, собственной персоной. Отец Татьяны Григорьевны. Да? Да. 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 Папа, да, папа, ты что, это весь твой словарный запас? Могу документ показать? Да, да. Да. Пань там. Да я боюсь. Да я впаду. Ладно, я впаду, а телефон. Я боюсь. Юра, я боюсь. Да хватит, я тут нормально себя чувствую, даже очень хорошо. Я купаться пока не хочу, я еще не подготовлена. Ля-ля-ля, как? Блин, у меня телефон разряжается 10%. Опа, опа. Ля-ля, опа, да. А лицо ж такое, щеки надутые. Ох бы, бассейн наш. Ой, Артур, мама чуть не упала. Что, ты парад, что ты приехал наконец-то? Конечно. А? Куда? Ну, сюда. Ну, конечно, да. Да. Хоть и карантин, да, наконец-то мы добрались. Какой это. Карантин уже? Но уже ужесточение. Что? Ой, боже, и трактор едет. Это ж надо показать, кто там видит, бо Юра. Не поймут. Ой, а я что? Я по такой погоде уже не люблю купаться. Мне надо, чтобы так жаркише было. Ну куда ты, куда? Аля, лезет, прям буксует. Аля, Артурчик. Папа, ты точно не будешь купаться? Нет. Не? Грязная вода. Да. Да, не хочу. Не хочешь? Да. Папа сегодня ходил на тот ставок родителей и искал тут мостик. Говорит, где мы снимались с тобой, Дося, да? Где снимались, да? Не, неправильно. Да, он тебя отговаривал от того, чтобы ты чекала отсюда. Да. Я же говорю, два кровных врага. Горы и долины, да. Да, да. Все. А так сняли, что да, можно подумать, что прям... Ой, так, короче, подождите, бо сейчас Таня упадет. И все. Ой. Юрчик, поднялась. Пожалуйста. Тут какие-то придурочные купили дачу, и все тут местные ругаются. Что? Не то, что придурочные в том плане. Ну, дети їхні п'яные. Таня говорит, придурочные в том плане, купили якісь люди дачу. Тут напротив магазина, де Олег раньше. Та откуда знаєте, не надо уточнять, где купили. Просто сказав, купили. Купили дачу, короче. І вони. Ми приїхали на ставок купатися. А ну сделай стоп, пока. Тут такі. І? Купили, короче, дачу, и тут они... Дед, оно, давай, пощука. Потягай, потягай. Приехали мы сюда же на ставок, Юрчик, купаться, бо что-то там у деда на ставку комиши. Та тут тоже, по-моему. Да, и я дивлюсь, думаю, и чим такі писки, звук резини об асфальт. Дивлюсь, эти придурки, короче, малолетні пацаны, ну як малолетні, уже такі, що підлягають ответственности. Лет по 20. Туда шліфанули на машині, назад шліфанули. Я так подивився, що хотів підійти, а потім думаю, ладно, може зараз успокоїться. Потім дивлюся, опять туди шліфанули. Я вставлю зараз цей кусок відео, який я знімав. І назад летять, і тут йдуть із села... Ну, місцеві наші. Да. З маленьким ребенком, дівчина з маленькою дитиною. 6 років дитині. І ці придурки пролітають мимо. Я вийшов, приходжу напротив, подивився на машину. Засняв, короче, номера, питаю його, ти, кажу, де знаходишся вообще? Він, я у Маньківки. Ну, це Юра має в виду, що він нічого випивший. Дебіл, ти, кажу, в Майданівці, не в Маньківці. Я покажу цей кусочок. І мамки їх швидко за руки позабирали, що якийсь там рветься назад. Кажу, пусти його сюди. А Юра тільки ждав, йому так обідно стало, що не пустили назад. Ну, да? Тому що ти випив, я не розумію одного, я говорю, типу, я випив, я не пам'ятаю, я був п'яний. Да, можно напиться до потери памяти такой, но если ты выпиваешь, то ты контролировать должен себя, что до чего, а не просто хоп, наплынтився и все.
Да, па. Понятно. Звезда ты не звезда, я тоже смотрела фильмы с его участием. Ну, умер человек, обычный рабочий, да, из-за тебя. Артура начинается, уже опять скажет, что палец это. Артур уже сонный, поэтому у нас... Иди такое. А ну посмотри, что там у деда в глазу. Глянь, глянь, щеки, щеки, глянь. Что у деда в глазу? Интернет-магазин. Мы идем назад, в Юрчик покупался. А малый джигитёныш ходит. Сейчас, опа, попер. Где, по белой полосе идет, видишь? Юр, ты видишь, чисто по белому идет. Да, да, да. Четко по линии. Ладушки, ладушки, только ты куда-то не туда. Пошли, пошли. Лови его. Ты подави, я тебя гляди, если бы я. Люди ходят, и майданівці, вони ганяють номера машини. СА-8717СК Джелі. Ребята, вам тут автодром? Ні?